Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». 20 сентября 2019 года в 00 часов по пекинскому времени на музыкальной платформе QQ Music состоится релиз песни в исполнении Димаша Кудайбергена на китайском языке «Have You». Эта песня станет саундтреком к телевизионной драме «Perfect Party» – «Идеальный партнер» и будет включена в первый диск к альбому ID. Информация от официального китайского фан-клуба. Сериал «Perfect Party» выйдет в эфир 18 марта 2020 года. Режиссер Ан Цзань, в главных ролях Хуан Сюань и Тонг Лия. Сериал будет транслироваться по спутниковому телевидению Hanan Satellite TV с 18 марта 2020 года. Основной сюжет драмы рассказывает историю о двух начинающих бизнесменах Вэй Дже и Цзян Далин. В начале фильма они борются в одиночку с обстоятельствами жизни, затем пытаются преодолеть неприятности плечом к плечу, а в конце противостоят друг другу. Димаш исполняет самую суть главной темы сериала в песне «Have You», которая выйдет в релиз 20 сентября 2019 года в полночь по пекинскому времени, полностью доступная к прослушиванию онлайн. Супер ожидаемая «Have You» – это песня на китайском языке, которая также войдет в первый альбом Димаша на физическом носителе. Одна из 8 песен на китайском языке, спрятанных в первом диске, наконец-то анонсирована. Всем приятного прослушивания. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!